Парень повесил камеру на голову и просто-напросто показывал все красивые виды. Но когда появился какой-то монстр, он просто на него напал. Вы сейчас наблюдаете последние секунды этого парня. Но что происходило, дорогие друзья, никто не знает, что за существо полицейские сейчас и в последнее время будут разбирать этот интересный видеосюжет. Кто-то утверждает, что это фейк. А кто-то говорит, что это правда. Он появился ниоткуда и просто-напросто убил человека. Тело не нашли, кроме телефона и парочку его вещей. И камеру, которая была установлена на голове. Просто больше ничего. Ставьте лайк, подписывайтесь, дорогие друзья. И всегда смотрите меня. С вами был Тайна НЛО. И до новых встреч. Oh!